Доброго времени суток, дорогие друзья. Мы с вами играем в City Skylines. Наш городок разрастается так, что уже с высоты птичьего полета его особо не окинешь взором. Но, как бы, это еще не предел. Далеко не предел. Проблем у нас тут куча. В основном это трафик проблемный. Потому что что? Правильно, пробок хреново гора на въездах. Чтобы этого избежать, ну, в теории, на практике хрен знает. Я с вами вместе придумал такое вот кольцо. Оно уже построено, и нам нужно будет его как-то опробовать. Как его опробовать, есть какое-какое соображение, плюс интересная задумка, хитрость. Но вначале нам осталось буквально 1000 до чего? До огромного города. Ну и атомные электростанции, вот это вот все. Так. Значит, не будем мудрствовать лукаво. Погнали. Спустимся с небес на землю. Нам, я думаю, нужно тут будет, ну, не знаю, наверное, вот здесь допихнуть еще немножечко всякого, типа жилья, да? Ну-ка. Шум. Блин, тут шум. И тут, скорее всего, грязь. Грязь, хренясь. Так. Ну, блин, если делать сейчас в эту сторону, то получится опять загруженный город. Хотя может быть более адекватный. Но это вообще не точно. Это не точно. Так, ладно. Я думаю, нужно как минимум припилить тут. Что у нас? Обычную четырехполосную полосу. Пока что без затей. Просто чтобы немножечко поднабрать жирку. Да? Так, сюда мы, не знаю, дотягивать не буду. Вот, вот до сюда, вот так вот сделаем. Пока что, да. Здесь, потому что, возможно, пойдет тоже две полосы. Не знаю пока. То есть, может быть, их тоже куда-нибудь закольцуем. Но это вообще не точно. Так. Здесь тогда, если полоса здесь пойдет, полоса здесь пойдет, то, ну, вот здесь пока что за... закольцуем. Там место, я думаю, нам на две полосы должно будет хватить. Ну, худо-бедно. Вот так вот мы здесь сделаем райончик. Вот здесь вот еще один. Возможно, а может быть два. Ага. Здесь я не знаю. То есть, либо же также отрезать под школы и под всякое. Потому что, наверное, они здесь понадобятся. Ну, не знаю, сделаем зеркально, а там будем разбираться. Так, нам нужны жилые плотные массивы. Вот такие красивые. Не знаю, хватит нам здесь 1000 или не хватит. Так, где мы еще можем припхнуть? Мы тут где-то вот с этой стороны занимались реновациями, да? Можно, к примеру, вот эти школы тоже приспособить. В принципе, тут подходящая территория. Если мы вот так же сделаем, то ну, почти будет прикольно. Ну, вернее, вот так, да? То есть у нас тут тоже будет такой фокус-мокус. Здесь мы фокус-мокус сделаем в эту сторону. Вот так. Хм, любопытно получилось. Пик. Как показала практика, делать тротуары здесь как-то то ли бессмысленно, то ли очень странно. Поэтому, наверное, мы... этим баловаться не будем, потому что они все равно не работают. Хотя, ну, давайте попробуем. Вдруг. Как бы... ну, ну смотрите, типа соединилось.
Не знаю, давайте. Здесь тоже вот как-то... Нет, так не работает. Вот отсюда. Почти, да? А что здесь? Что-то кто-то выше, кто-то ниже. Почему оно так не работает? Ну, здесь они точно ходить не будут. Гадалки не ходи. Ну-ка. Опять я какой-то ерундой занимаюсь. Так, оно пукло. А нам нужно... Что? Нам нужно ее впучить обратно? Или выпучить? Не. Так, 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 так. Так. Так, смягчение ландшафта. Смягчили. И пробуем тротуар. Ну, так он, естественно, не работает. Так. Он тоже, скорее всего, сейчас не... Да. Не отработает от слова вообще. Короче, здесь в нем... логики нет. Если здесь он как бы становится вполне себе, то тут он что-то как-то не хочет. Так, ну и... Тут, наверное, просто бахнем это все под классные массивы. Плюс вот здесь вот еще, походу, кусочек есть под застройку. Вот так. Такие кусочечки. Остатки от былой роскоши. Можно и так сказать. Там-да-там-там-да-там. Мы строим, строим, строим. Мы строим всякое. Ну-ка. А здесь уберем. Посмотрим, будут ходить, не будут. Скорее всего, не будут. Так, надо чуть-чуть ускориться. Чтобы это как-то побыстрее шло. Так, а тут у нас что? Тут у нас ничего. Кстати, тут ничего. Можно что-нибудь изобразить, кстати. А почему у нас вот здесь не придумано? А, ну придумано, просто не хочет строиться. Так, вот здесь, кстати, клочок. Нет. А, вот здесь клочок. Клочки. Ну, как бы, а что, пускай будет. Нет. Так, а тут, наверное, школу надо просто подвинуть, да? Ну, просто... Или она не подвинется? Скорее всего, она не подвинется, да? Давайте проверим. Да. Она просто здесь не подвинется. Так, а здесь она не построится. Не подвинется и не построится. Ну, не знаю. Давайте займем. Потом, если что, просто чем-нибудь разоймем. Нам просто надо добрать немножко населения. Ускориться. Кстати, 10 миллионов уже. Потому что очень много времени я трачу просто, чтобы попытаться разобраться в каких-то механиках, что-то сделать. Надеюсь, ну, вы оцените это, ну, или хотя бы поддержите лайком, да? Ну, хотя бы. Так, ну, вот здесь, наверное, тоже что-то, если можно, давайте займем. Тут вот какие-то квадратики, да? Тут, конечно, жить, наверное, будет не очень, но... Тудым-сюдым. Тут я даже не знаю. А давайте тоже поселим кого-нибудь. Жилье так себе, но... Лучше, чем нигде, на мой взгляд. Так, у нас тут пароходы-теплоходы. В разные стороны носятся вообще без затей. Так, кстати, что у нас там по маршрутам? Ну-ка, пока там туда-сюда все происходит... Я хочу посмотреть два маршрута. Так, туризм-порт. Что у нас туризм-порт? Это хорошо, это хорошо. 15, 104, 100, 200, 300. А у нас тут 50 маршрутов уже, в смысле автобусов. А тут один хрен 300 человек стоит на остановке, толпится и хочет куда-то уехать. Не знаю, давайте вот так бахнем.
Возможно, так, возможно, я погорячился вот с этим. Вот с этим. Дей. Так, маршруты. И у нас еще один маршрут есть. А, туризм поезд. Так. Кстати, тут... Так, проблемы с водопроводом. Стопэм. 256. Ну, давайте просто по максимуму. Блин, что так громко? Прям уши глушит. Или это специально так сделано? А что у нас к чему? 408, 400. А с каким водопроводом у нас проблемы? А, тут, наверное, где-то что-то построил, нет? А, да. Ну, народ, чё вы, блин, как маленькие? Проблемы у них, проблемы. Так, вот так. Вот так. С некоторым перекрытием. Ну и тут тоже давайте доделаем. Потому что наверняка в скором времени мы сюда уже вернемся. Так, так, блин, вот что вы за люди? Ну, могли бы и сами снести на самом деле. А то вот все за вас тут делай. Ага, ага. Так, ребятки, давайте, да заселяйтесь, нам как раз должно хватить, я думаю, до лимита. Так, что тут такое, недостаточно товаров для продажи. Печально. Досадно. Обидно. Так, ну, 35 800, 35 туда-сюда. Так, 6 тысяч у нас что-то там куда-то тикает. Так, что там технологи чего-то делают? Ну, 900. Давай уже. Так, что у нас по энергетике? По энергетике у нас что-то уже впритык. Ну-ка. Это работает. А тут что-то с... А, нет, мусоровоз это не то. О, огромный город, огонь. Так, это что за хрень? Плавучее кафе. Не знаю, может быть. Мощь атома. А вот это вот интересно. Наверное, стоит как крыло от самолета. Так, дальше у нас что? Аэропорт. Классно, не классно, не знаю. Так, уникальные сооружения. Это надо посмотреть, может что-то дали. Так. Угу, огниво. 9 недель, 40 мегаватт. Так, ну-ка, а что у нас как? Почем у нас атомка? Почем атом для народа? 8000 обслуживания, но 640, правда. То есть тут можно будет вообще все ветряки нахер посносить. То есть по большому счету можно будет ее оставить, да вот пару таких. Так, стоп. А сколько у нас? 8 тысяч, получается, 200 тысяч, ну, на постройку-то у нас есть. Так, 8 тысяч. Это хрень. 2400. Это хрень. Так, где эта хрень? Вот эта хрень угольная. Ну, атомка, получается, меньше. Стоп, а сколько мы вырабатываем? Мы 400-500 вырабатываем. То есть, по сути, можно будет остановить все и поставить чисто атом внукам. Она, кстати, такая, это, компактная достаточно. Между прочим. Шумит только и все. В принципе, зло не столь большой руки. Так, ладно, с этим мы пока что повременим.
Потому что 8 тысяч обслуживания — это прям солидно. То есть надо будет тогда точно все приостанавливать, чтобы этим воспользоваться. То есть надо будет найти все наши ветряки чертовы. Что у нас тут? Ветряки. А, я их все перенес. Они вот здесь. Где? Вот тут. И вот где? Вот здесь. Это сколько? 200, то есть 1800. Это фигня. Тут что? 60, 800 тысяч, короче говоря, примерно так. Отстаньте. В районе 1000, допустим. Так, а что у нас тут это по домам? Кто-то во что-то развивается? Нет? Нет, максимальный уровень. А как сделать, чтобы они были вообще такие большие, красивые? То есть небоскребы там туда-сюда. А как этого добиться? Я хочу. Так, наверное, тут надо где-то еще построить вот такую фигню. Или такую фигню. Какую-то из таких фигней надо построить. Вариант можно вот здесь, то есть отгородить эту ЖДшечку. Вот так, наверное, должно получиться, по идее. Так, у меня же тут четырехполосная, да? Нет, тут у меня шестиполосная. Тут у меня по-взрослому. Так, это что у нас? Шестиполосная с барьером. Да? Наверное, да. Да, я, по-моему, с тем расчетом и делал. Угу. Все, это мы тут загородили. Кстати говоря, тут можно, наверное, аж один хрен как бы достроить всякого. Что нам необходимо? Нам чуть-чуть промки нужно. Ну, учитывая, что тут все шумит, кряхтит и кашляет. Хотя, можно и этих поставить. Можно и промку. А давайте промку. Здесь как раз у нас вокзал. Он прям рядом. Они прям в него будут возить или увозить. По-моему, вообще огонь придумал. Так, у нас тут что? У нас тут дома. Но рядом с домами промку не хотелось бы ставить. Ну, сильнее шуметь не будет, значит, мы поставим вот такую фигню. Типа того, да? Ну, наверное, да. Пока что этим ограничимся. Пока что. Хотя можно здесь еще вот немножечко нарезать. Половину, да? Я даже, наверное, не в половину, а давайте сделаем следующим образом. Возьмем... 4 полосы туда-сюда и просто вот здесь вот сектор себе нарежем. Так, наверное, сектор вот здесь хотел нарезать, да? Да. Ну, пока до сюда, там разберемся. О, как угадал. Угу. Так, наверное, вот так вот. Нет. Вот так вот. Хватит. А что, вот здесь, в принципе, можно нарезать тогда уж промку. Одну. Так. Промку мы покуда будем резать? Ну, как вариант, в два вот этих, да? Так, пока что временно мы тут подрежем. Так, тут у нас... четырехполосные как раз, да? Безобразит. А я тут с какими-то с этими, блин, нарезал. Какую-то хрень я нарезал. А, это этим. Не, даже в этом плане хрень. Стой. Верните мне... Так, двухполосная. Четырехполосная с барьером. Нет. Четырехполосная. Вот. Странно. Что-то я, походу, задумался, что ли. Ой. Ctrl-Z. Так. Да, Ctrl-Z. Так. Берем эту фигню, строим сюда,
Надо просто сейчас это доделать по-быстрому и заняться кое-чем интересным. Так, здесь мы бахнем сектор промки. Пускай воняет. Так, промки надо меньше, этой хрени больше. Поэтому вот таким вот макаром мы ее бахнем. Все, пускай они тут развлекаются туда-сюда. Да, наверное, да. Так. А мы займемся следующим моментом. А что я хочу сделать? Короче, я что-то тут это пока между серией смотрел, думаю. А у нас тут стоит порт, который разгружается и куда-то тут пытается утраканить свои грузы. Ну-ка, привези что-нибудь. Ну? Ну, ёпти. Вот, кажись, сухогруз идет. Ну или контейнеровоз, не знаю. Кто-то из них. Так. А, тут можно только переименовать, да? Улица Кроули. Интересно. Видимо, смотрели, как там, Винчестеров. Не, не Винчестеры. Сверхъестественное, во. Так, это контейнеровоз. Давай, разгружайся. Тут машин толпа уже. То есть вот он разгружается, и машины поструячили отсюда, куда попало. Давайте. Ну, кыш-кыш-кыш-кыш. Скорее всего, они поедут по кратчайшему расстоянию, вот здесь. Ну да, то есть через город. А тут у меня жилые кварталы, не сильно круто. И у меня какая мысль возникла? А у нас вот здесь... Есть пространство, есть вот такой вот не очень мной любимый инструмент, но им же можно воспользоваться. А если можно, то, блин, надо же воспользоваться. Мы это, собственно, и сделаем. Так, что сделаем? Мы начнем сейчас поднимать вот здесь землю. Так, вот здесь. И, как вы, наверное, смогли понять, вот этот порт сюда переставим. Не знаю, насколько это гениальная идея, но мне кажется, плюс-минус. Делаем такую вот пымпу. Вот так вот. Вот так вот. И эту пымпу размножаем на... Не на, а в сторону. Кстати, не знаю, это вот... делал ли кто до меня такое? И суть в чем? Я его здесь попробую поставить, если получится. И что? То есть мы с него, потому что у него вот есть такая разъездка, зацепим в разные стороны и сделаем, ну, короче, типа развязки, чтобы можно было туда и сюда ездить. Придется настроить всяких эстакад. Ну, блин, а что? Мы, собственно, этим тут и занимаемся, для этого мы тут и играем. Потому что иначе нахрена? А главное, зачем? Так, тут главное вот просто эта процедура какая-то... Ну, не знаю, тут терраформирование, оно висячее. Оно меня просто обмораживает. Вот серьезно. Так. Немножечко с этой стороны надуем. Вот так, да? Чтобы это было похоже на берег. Вот с этой стороны тоже надуем. То есть отсюда, наверное, можно даже побольше. Чтоб такой, типа, ну, пристань была. Ага. Так. Давай, 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 давай. Наращивай. Так, 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 что-то начинает... выходить. О, вы сейчас удивитесь, блин, куда вам придется приставать. Как, не, швартоваться, вот. Приставать это чуть другое. Так. Вот это вот чуть-чуть подсъедим. Оно как-то было пооднороднее, да? Так. Ну-ка, где у нас там пристань?
Так, сюда, сюда. А, вот он. Так, порт. Нет, порт нам не надо. Нам грузовой нужен. О, я уже видел, что он позеленел. Огниво. Так, ну-ка. Нам теперь надо его как-то тудым-сюдым ровно приделать. Так, вот так вот. Блин. Да давай, вот, все. Замри. Так, откуда? Что, кто, куда? И... Так, 503, чего? 540. Что он сказал? 103, 468, чё, почему? Где отключение электроэнергии? Я ж ничего еще не сломал. Чё началось? Чего? Так, электричество. Так, тут... Нормально, нормально. Чё с электричеством? Так. Так, 12 недель. 40 туда-сюда. Тут что? 160. А что не так? А, или там порт дохрена жрет, и мне не хватит энергии. Ну-ка. Сколько ты жрешь энергии? Не вообще, что ли, не жрешь? Так, ладно. Мы тебя пока что подключать прямо сейчас не будем. И... Угу. Ну, слушайте, встал, по-моему, как влитой. По-моему, вообще шикардос. Так, ладно, хорош любоваться. Так, нам нужны будут односторонние дороги. Односторонние. А мы сможем одностороннюю дорогу туда тоже бахнуть? Ну-ка. Что, улучшение? Да я сюда хочу щелкнуть. Нет, нельзя. О, мы здесь даже что-то можем построить. Ну, наверное, не будем. Ладно. Так, односторонняя с движением. Слушайте, а давайте модную сделаем. Прям с травой. Так, 40, а это сколько? 32. 40, да, тоже на то же. Плюс на минус. Так. Во-первых, вначале мы что сделаем? Небольшие эстакадки. В одну сторону. И вторую эстакадку. Ща. В другую сторону. Ну-ка, а если вот так щелкнуть, нет? Вот, вот так нельзя. Так, вот так. Все. То есть у нас будет движение вот так. В ту сторону. Так. Получилось чуть ниже, но, наверное, это не смертельно. Можно было его выше сделать, но да пес с ним. Может быть, даже стоило чуть подальше оттащить. Давайте чуть-чуть. Сделаем его подальше. Самую малость. Просто сделаем вот. Ну, вот так вот. Вровень с этой. Да? Так, и... Так, вровень... Стой. Вот, вровень с этой, да? Так, стой. Вот. Угу. Да, направление у нас есть. Так, теперь. Самое простое, что можно сделать... Это просто вот запитать сюда. Потому что можем, да? То есть это получается, чтобы ехать в ту сторону, да? То есть отсюда. Теперь вот сюда тоже как бы тут ничего хитрого. Только надо вот так, наверное, в другую сторону, да? То есть мы теперь можем сюда заехать с этой стороны. Да? И уехать в ту сторону, ну, при желании. А вот теперь самое интересное. Нам нужно переправиться, во-первых, на ту сторону. Это во-первых. Так. Переправиться, блин, на ту сторону. Так.
Тут, наверное, надо. Так, стой. Ты что делаешь? Стой. Стой, узбагойся. Ладно, возможно, это даже на руку нам. Так. Наверное, надо сразу поднимать. Насколько? Настолько нельзя. Ну-ка. Вот. Ну, не знаю, надо. Так, допустим. Так, теперь нам надо. Можем мы так сразу переправиться? Ну-ка. А так. А вот тут у нас есть нюанс, да? Так, нам надо. Стой. Нам, во-первых, надо его перебить. Чтоб не перепутаться. Нам нужно отсюда, вот отсюда, перезабраться сюда. Так, а если нам нужно так сделать, наверное, нужно попробовать поплясать от обратного. Потому что, скорее всего, нам сейчас нужно будет туда пере... Так, подожди. То есть вот так. О! Смотрите. Получается, да? Ну-ка. А, даже можно, наверное, на одну пониже. Стой. Если мы с этой стороны... Ну-ка, еще раз. Так. Отступаем вот сюда. Я не знаю, может быть... Так, блин, может быть сейчас... Так, а сейчас что? Не получается, то есть... Ну-ка, если мы здесь на одну... Вверх поднимемся. Так, что-то я поломался, да? Так. Подожди, это page up был полный, да? То есть выше она не умеет. Или я просто поставил где-то не в том месте. О! Стой. Так. Да блин. Вот. Так вот, то есть буквально прямо на расстоянии, да? Ну, не знаю, стоит ли мельчить. Ну-ка, а я вниз могу опустить? Ой, я даже вниз могу, а еще нет, еще не могу. Так, допустим. Ну-ка. Во, огниво. Так. Что, хорошо, да? Теперь нам нужно что? Мы едем отсюда и нужно попасть сюда. Так. Также, наверное, чуть в сторону отойдем. Раз, два. Вот так, наверное, да? Ну-ка, еще могу? Нет, еще не могу. Лобысь. О! Оно само собой получилось, да? Да, только надо опять переиграть. Так. В принципе, мне пока что... Ну, не сказать, что нравится, но плюс-минус. А если вот отсюда прям сюда... Надо ли экспериментировать? Я, наверное, не буду экспериментировать, потому что не факт, что получится. А потом заново это сейчас перестраивать я не хочу. Так. Итого. Мы едем отсюда. Мы сюда попадаем. Так. Мы едем отсюда. Мы сюда попадаем. Осталось теперь, когда мы едем, выезжаем отсюда, попасть сюда. Да? Вроде да. По-моему, я не перепутал ничего. Так. Чутулю в сторону. Так, а я тут уже сразу поднимал, да? По-моему, да. Так. Раз, два, три. Елочка, гори. Так. Чуть-чуть. В сторону. Сюда, да? Ну-ка, стой. А если мы... Если мы... Так, нам надо будет сейчас сюда завернуть. Так. Эксперименты. Не знаю, вот так... Нет, не работает. Так. А если а вот так? Что, надо выше? Ну-ка. Угу. Ну-ка, если на единичку ниже.
Блин, по-моему... Да, где-то проскакивает. Ну-ка. Угу. Так, на единичку нет. Вот так, типа, да. Угу. Ну, просто я думаю, что сильно размахиваться тоже не стоит. Так, ну-ка. Чисто... Вообще огниво. Просто на халявку подумал, сейчас вдруг получится, а оно херак. Вдруг получилось. Так, а теперь... Ну-ка. Не, ну сюда, конечно же, это было бы слишком шоколадно. Так. Тут, видимо, надо, во-первых, немножко опустить. Тут, видимо, надо будет развернуть вот в эту сторону. Так, ну-ка. Нет, вот так. Вот. Нет, вот. Вот так. Просто я не хочу в эту же втыкаться. И... Мы сможем куда-нибудь сюда? Нет, мы сюда куда-нибудь не сможем. А сюда прям не хочется. Потому что они наверняка будут тупить. Так, а как же быть? Как же быть? Как же быть? Ну-ка. Если мы... Короче, тут вот какие-то танцы с бубнами, да? Что, прицепится? Вообще огонь. Ну, наверное. Но они, наверное, тут смогут повернуть, да? Стой, подожди. Только... Так, мы отсюда едем, 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 едем. Подожди, только я что сделал? Я сделал неправильно. Мне нужно его же сюда подцепить, потому что иначе это дичь. Так, надо, наверное, плясать это обратно, а то я сейчас тут это наколдую. Колдуй бабка, колдуй дед. И получишь, блин, мопед. Так. Если мы поставим вот так. Ну, подожди. Давай мы тебя... Да, пойдем все-таки от обратного. Нам нужно... Отсюда вот уехать. Не, отсюда нельзя. Отсюда вот надо уехать. Так, наверное, надо только вот так ехать. Page up. Ну-ка. Ну, да, было бы слишком волшебно. Ну-ка, если мы поставим вот сюда, так, ну-ка, page up, нет, вот так, то есть мы отсюда едем-едем, нет, подожди, я опять все перепутал. Наверное, надо вот сюда переносить будет. Потому что нам же нужно отсюда въехать сюда. А это означает, что вот это стоит вообще неправильно. То есть нам нужно... Так, въехать сюда. То есть вот эта вещь должна стоять... Хотя он и так, в принципе, въедет. Ну-ка. Так. Нет, ну так, конечно же, он не подцепится. Так, ладно. Оу. Так. Да. Подожди, а если мы...
принципе-то он сюда заедет. Нет, только мне надо отсюда выехать. За... Нахер? Я сейчас себе всю голову сломаю. Так, то есть давайте плясать от обратного. То есть нам нужно вот отсюда. Нам нужно отсюда развернуть карусель. Во-первых, подняться, насколько можно. Так, ладно, давай на единичку вниз. Вот так вот, развернуть эту карусель. Дальше. А вот теперь, ну-ка, а может мы сейчас отсюда сможем сюда цепануться? Ну нет, тоже было бы слишком волшебно. Ну-ка, да нет. Так. Ну, кстати, а, ну тоже вдруг. Не, ну вдруг оно так не работает. Да. То есть, ну-ка, а если мы отсюда вот так как-то. Нет, так мы как-то не можем. Так. То есть нам нужно все херня переделывать. Пик. Вот всю. Вот всю. Да? Где-то, да? Нет. Так. Давай вот здесь мы вначале переправимся, а потом будем уже танцы с бубнами плясать. Что вот с этой стороны, если, наверное, переправимся, то, скорее всего, все будет нормально. Осталось, блин, только переправиться. Что-то оно не получается. Или тут расстояние чуть-чуть другое. Ну-ка, может, надо просто на единичку повыше. Так. Подожди, или пониже, но вот здесь. Нет, вот. Давай вот так. Подожди. Стой, замри. Подожди, где-то было. Ага. Ну, как есть, так есть. Так. Ну-ка. Рабочая схема. И, ну-ка, давай полукругом немножечко. Вот так. И вот так. Ну, чуть-чуть посимпатичнее. Только надо... По-моему, я опять все перепутал. Слово совсем. Так. Еще раз. Нужно сюда уехать и сюда уехать, чтобы потом поехать туда. Но, так, ну-ка. Если мы вот это бахнем, а вот отсюда... Так, вот это бахнем. Так. Не, вот так, к сожалению, не работает, да? А было бы красиво. Так, а если вот так? И с понижением вот так? Вот так вот. Ну-ка. Почти, но, наверное, нужно немножечко чуть-чуть назад. Короче говоря, сейчас... Сейчас победим. Ну, я надеюсь. Раз, два.
Так, ну-ка. Да я тут это колдую, но не в ту сторону. Так, раз, два. Вот так вот. Или даже... Ну-ка. Нет, тоже перебор. Вот так вот. И... Нет. Плоховато. Так, ладно. Подожди, а если вот так? Нет. Блин, короче, надо завязывать ерунду и страдать. Так, раз, два. Вот сюда. И вот сюда. Ну, единственное, что можно, может быть, немножко как-то... Ну-ка. Да не, отсюда, наверное, угол сюда не срезать. Ну, давайте проэкспериментируем, блин, а то вдруг. Да. Как говорится, зря перестарался. А счастье было так близко. Ну-ка, может, вот так вот с прогибом. Нет, к сожалению, нет. Ну-ка. А в обратную сторону? Блин, обидно. Обидно. Так. Так, стой. Провернуть. Твою мать, блин. Надо же было. Вот, как говорится, сделал. Нехрен это выпендриваться. Так, вниз, вниз. Нет, один раз вниз. Вот, блин, умничать начал. А, бесячая история. Так. Берем еще раз. Извращение извращать. Так, раз, два. Ну. Так, или вот сюда даже. Так и вот так. Да? Да. Как говорится, ну нахрен, а то я уже это тут слишком дофига передумал. Так, давайте проверяем. Едем мы отсюда по трассе. Раз. И заехали. Прекрасно. Едем мы отсюда по трассе. Раз, заехали. Потусили, пообщались. Выехали туда, поехали. Выехали, заехали. Поехали туда. Надо, развернулись, опять заехали. Все, то есть у нас развязка полноценная есть. Теперече. Теперече не то, что давеча, нам нужно что? Он наверняка же пожелает электричество себе. И водицы колодезной. Но если водицу колодезную мы ему... без лишних вопросов закинем, то с электричеством тут... Так, с электричеством тут. Что у нас вообще с электричеством? 503, 67. Нормально, еще работаем. Так, электричество.
Так, электричество. Электричество у нас здесь есть. Под электричество мы, скорее всего, не протянем, но просто потому что. То есть, получается, нам его тянуть вот отсюда, с каналов. Ну, в принципе, это вполне себе подходящая затея. Вот здесь вот, вот так мы его протянем. Ну, а корабли, они же корабли, они, блин, сейчас вполне себе, да, через него пройдут. Угу. Так. Что скажешь-то? Огниво. Так. Давай разгружайся. И этот порт мы приостановим. Тик-так-так-там-дам-там-да-там. Давай разгружайся, красавчик. Ага. Все, машинки пошли вон. Давай, разъезжайся. Так, до будущего сегодня поддержит чего? Хрень какая там. Так. Ну. Хрена себе вас там. Да давайте уже, заканчивайтесь. Так, а сюда нам кто-нибудь собирается приходить? Ну, вот такая вереница у нас уезжает в город. Мне это не нравится. Так, вроде бы все. Так, отключить. Ну, кто не уехал, тот не уехал, что делать. Так, чтобы они у меня опять в город не уехали, надо пока что подзорвать вот эту переправу, вот эту перемычку. Так, чтобы они у меня здесь не прорвались, угробить тут, а тут пускай заезжают. И... Ну, не знаю, если захотят, пускай там тоже заезжают. Здесь эту перемычку я убирать не буду. Так. Наблюдаем. В нормальной эксплуатации туда-сюда. Так, кстати говоря, надо сохраниться, потому что если сейчас что-то случится... Ну, вроде, конечно, не случилось, но... Как говорится, не хотелось бы. Так... А чё не это? Никто к нам не идет или еще время не пришло? Как часто они к нам приходили? Так, кто ты? Так, хлоп. Круизный лайнер. Нет, круизный лайнер это не то пальто. Блин, лужи никак не это, не заканчивается, что подбешивает. Кстати говоря, у нас уже сточные воды тоже подзаканчиваются. И, в принципе, вода тоже подзаканчивается. Ну, в принципе, не мудрено. У нас уже народу довольно прилично. Так, круизный лайнер. Нет, не та история. Чё-то... Почему не идет? Так, снести этот? Ну, снести этот пока что жалко. Так, а чё вы сюда все? Зачем ты сюда едешь? Нефтевоз. А, или там еще что-то осталось. Зачем ты сюда приехал? Так, ты кто? Нет, ты тоже не тот. Так, ребятки. Так, лесовоз. То есть вы, ребята, решили как бы... Или пока они отсюда не перевозят... Новый не приедет. Ну, вообще логично было бы, чтобы они работали два сразу. Так, ты кто? Круизный? Ты кто? Ты, блин, тоже круизный. Так, рабочие праздники туда-сюда. Вот так вот как бы и залипаешь. То есть, вот, когда я пытаюсь с чем-то разобраться... Ну, или там починить что-то. Такое, ну, грубо говоря, рутинное. Вот так вот и происходит. То есть вот раз, и что? Так, ребята. Расскажите, что происходит? Почему вы едете сюда? Идите отсюда, все. Ну, подожди, вот нефтевоз. Он сюда приехал.
Так, следим там одним глазом. Затем вот он сюда заехал. Вот еще один заехал. Так, следим, кто выехал. Так, еще один кто-то приехал. Трактор. Рудовоз. Тут мы всякой фигни сюда везем. Ну и кто-нибудь выйдет, нет? Так. Или вы только туда приезжаете, обратно не выезжаете? Может, потому что он типа на острове Буяне, в Синем море, океане. Так, ребята, почему вы туда едете, никто не выезжает? У меня к вам вопросы. По этому вопросу, да? Как так и почему? Я не знаю, может им там вообще сделать просто без всего? Чисто четырехполоску? Ну, по идее, двух полос должно хватить. Так, это хренобора. Ну-ка. Я, по-моему, сохранился. Давайте еще раз сохранимся. Ну, не знаю, давай. Пускай будет тут. Так, у нас еще один лайнер. Еще один лайнер. Не, ну что-то не так. Ну-ка. Есть мысль. Так. Ну, я в любом случае сохранился. Ну-ка. Так, и... Приделаем дорогу просто в обратно. Еще разок. Может, надо просто его, ну, как бы, к дороге подключить. Он просто как бы тупит. Так, что скажешь? Ну, не знаю, давайте еще даже вот это тоже переделаем. Угу. Все, то есть я подключил прям все-все-все заново. Ну-ка. Где наши, блин... Да, всякие контейнеровозы и прочие люди. Так, ребята, вы меня бесите. Или просто они еще не перевозили? Ну, я в любом случае сохранился. Ну и в любом случае я тут его не планирую оставлять. Ну-ка. Ускориться. Теперь у вас типа, ну как бы, нет вариантов. Так, я подожди, я кого-то видел. Туда кто-то забежал. Нет, показалось. Не, стой, машинка, видели? Я видел, машинка уехала. Так. И кто? Так чтоб вас круизный лайнер. Нет, я не то чтобы против. Круизный лайнер. Да сколько? Круизный лайнер. Так, ну и как мне с вами быть? Подожди, стой, что тут? Зашибись. То есть ни хрена не делал, а уже мусор накопил. Ты вообще адекватный? Вы вообще там чем занимаетесь? Так, не знаю, давайте, может быть, надо... О, приплыл, отлично. То есть надо было, видимо, просто подождать, окей. Так, стой. Так. Ловим. Понеслись. Так, здесь они вот должны прям куда поехать. Давайте следим за ними. Так, ведем преследование. Так, влетает сюда. Ирак. О, отлично. То есть они сюда куда-то сразу в промку едут. Этот в промку. Не, ну кто-то туда едет. Хорошо. То есть мы немножко получается, трафик внутри города распределили. О, они прям вообще, то есть смотри, прям один с другим. Ну-ка.
Так, ну, тут немножко, конечно, подтупливают, но... Так, следим, следим. Так, один куда-то сюда рванул. Но один это ничего, то есть давайте вот за этим еще раз последим. Потом затем последим, куда он стебанул. Так, несутся, несутся колбаской, ребята. Так, врываются на кольцо. Часть сюда, часть сюда. Ну, уже хлеб, но да, то есть вот эта улица будет нагружаться. Но... Так, кстати, что у нас по трафику? Так, обязательно куплю. По трафику жопа. Я не знаю, у меня есть еще мысль. Мысль. Я пока что ее думаю. То есть то, что мы в прошлый раз начали, вот это взять. Или вот это. Просто вот взять вот так вот в наглую. И прорубить. Или вот это вот продолжить ровно. И прорубить вот сюда. Вот так вот здесь все сбить. И изложить здесь шестиполоску. Расширить ее до сюда. Ну, то есть, да, не совсем по центру получится. Но плюс-минус. Либо вот здесь. То есть вот так прорубить тоже до сюда. И у нас получится вот здесь и здесь тоже шестиполоски. Может быть, это как-то, ну, чуть облегчит трафик. Потому что вот здесь что-то какой-то ахтунг. Так, чем вы тут занимаетесь, ребят? Подождите, давайте я вас... Что сделаю? Я превращу в шестиполосную... Я сказал... Я превращу в шести... Так, Я превращу... Ну, не так уж я и превращу, да? Как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. Ну, так, стоп. Ну, здесь вот... Давай хотя бы вот так. Вдруг поможет. Потому что здесь много. Прикалываетесь. То есть вы стояли, тупили. Вы нормальные. Так. Ну-ка, может тут какие-то... Так, вот эту херобору выключить. Не знаю. А откуда здесь светофор? Почему здесь светофор вообще считается? Что здесь? Тут же просто прямая. Непонятно. Ну-ка. Если мы вот здесь вот стоп нажмем, вы будете быстрее ехать? Ну, типа, чуть постояли и поехали. Вот хоть дебил стоит, то есть вот как всегда. Так, кто ты? А это коп был. Вот вы... Вот эти вот копы что сделали? Вы вообще ездить умеете? Не, ну серьезно. А, ну правильно, мигалки включили и такие тут это... Типа мы крутые. Вот олени. Эк, ну ладно. Не факт, что это была здравая идея. Давайте уберем. Не знаю, давайте вот это тоже уберем, чтобы они просто ломились, куда глаза глядят. Не знаю, может они тупят, просто куда-то не проехать не могут. Что вот у них происходит в голове? Просто если включить светофор, я боюсь, беда произойдет. Интересно, если я нажму, что будет? Так, ладно, это все жутко интересно, но я пока что смирюсь с тем, что тут звездец. Давайте мы еще немножечко наблюдаем за этими ребятами. Как раз тут два приехало. Так, кто-нибудь, кто поедет в другую сторону? Так, все туда ломанулись. Так, ты, вы. Так, кто-то сюда... Что? А, ты просто объехал. Ага. Так, вот, парочка сюда ломанулась. Парочка ломанулась сюда. Ну-ка. Так, зеленый трактор. А ну, стопэ. Зеленый трактор. Ага, ага. Так, а что вы тут затупили? А что, вот что ты тут, вот как бы, чем ты занимаешься сейчас? То есть, вот как бы, ты кого ждешь? Так, ладно, они потерялись. Как бы, не знаю, логика очень странная. Чё ждут? Кого ждут? Идиоты, у вас 6 полос. Вот, в левую становись, вот в эту.
где нет ничего, и просто жми гашетку. На кой хер вам тут шестиполосая херня? Ой, животные. Не знаю, может быть здесь поставить не шестиполосую? Может быть здесь поставить магистраль? Что думаете? Ну-ка, что у нас тут по трафику? Тут у нас красная. Ну, не знаю, к примеру, поставить магистраль. Единственное, у меня тут, наверное, вот это вот разрушится, потому что доля магистралей, по-моему, строить ни хрена нельзя. А не хотелось бы, да? Блин. Может быть, здесь поставить... Что поставить? Я даже не знаю, как вам помочь. Потому что, ну, объективно, как бы тут свобода воли большая. Если включить светофор, скорее всего, будет еще больше жопа. Так, ладно. Хорошо. То есть мы с этим справились. У нас теперь тут... Ну, не сказать, наверное, прям супер, но трафик должен немножечко расслабиться. И еще разок сохранюсь, просто на всякий случай. Вот так, подожди. Так, интересно, какая разница? Очень интересно. Так. Наверное, вот сюда все-таки. Так. Вот эти, конечно, круизные лайнеры просто тут толпой к нам несутся. Так, вот это надо ликвидировать. Вот этот аппендикс нам нужен, не знаю. Ну пусть будет пока что чисто для обозначения, что оно тут есть. Вот это я пока что, наверное, не буду добавлять, чтобы вот это сюда никак не пыталось въехать. Но оставлю, мало ли, может, что-то еще выдумаю с этим. Так, муравейник наш. Подожди, тут где-то было что-то... Протухшая. Где кто? Нет, нигде никто. Так, здесь у нас вроде нормально народ себя чувствует. Наверное. Можно еще, кстати, вот здесь подселить. Тунеядцев. Не знаю, правда, насколько это здоровская идея. Так, у нас, наверное, по образованию не ахти. 27, 29. То есть у нас, в принципе, тупеньких. Да, у нас тупеньких тут хреново гора. Так, тут даже с начальными школами все не слава богу. Наверное, вот здесь мы поставим одну начальную школу. Может быть, даже вторую начальную школу. Угу. Так, купить новую землю. Да, хорошо, но нет. Можно вот здесь еще поставить новую начальную школу. Так. Ну-ка, а если мы вот здесь вот эту начальную школу... Ты кто ты? Так. Ты начальная школа? Да, начальная школа. Если мы тебя чутулю вот сюда сдвинем. Но она еще одна здесь не влезет, да? Скорее всего, нет. Но в любом случае мы, наверное, вот так подвинем. Или вот так. Так, ну и попытаемся в любом случае. А нет, как родная стала. Так, 28 тысяч. Люди чуть-чуть поумнели, но не сильно. Так, а что такое? Подожди, стой. У нас мусор, что ли, кончилось? 245, слушай, реально. Хрена себе вы, блин. Тут старайтесь изо всех сил. Так, здесь, наверное, нужно притараканить еще одного. Еще один завод. Так, здесь что надо сделать? Вот что надо сделать, чтобы стало классно? А, оно вот так станет. Огонь, огонь. Лобысь. Все, вперед. Теперь у нас что 336 на 200 должно сработать.
Хотя по-хорошему... Не, у нас если здесь не чистят, то надо здесь ставить. Так как они, может быть, что-то тупят, куда-то уезжают не в ту сторону, с них станется. А, ну здесь вот затупка, да? Затупка. Так, надо, наверное, вот здесь продолжить к мусоровозам. Так, вот такая хрень. Вот так вот мы делаем. И так, чтобы... Вот так? Нет. Вот так? Нет. Да блин. Так. Вот так вот. Чё, место уже занято. Что ж вы меня раздражаете-то, а? Так. Такую фигню беру. И вот такую фигню делаю. Вот здесь. Беру. Чего? Мало места. Занято. Попробую другой, да? Какого хера? Почему сюда мусор? Стой. Что это? Это мусор. То есть что, они сюда доехать не могут? Вы серьезно? Так. Наверное, возьмем четырехполоску. Нет, вот эту четырехполоску. Потом просто загрейдим, когда здесь, если и когда здесь купим еще. Четырехполос на дороге здесь должно хватить. Вот. Вот так вот, да? Угу. Так, отсек грозить мы будем шведу. Так, вот это вот стереть. Вот это вот не попал. Попал. Так, ребятки. Зачем у вас тут столько нарожал? Чтоб вы там хоть... Вы прикалываетесь? Ребята, что? Рейст 40. Почему он накапливается? Ребят, вот я вам создал маршрут. Давайте туда как-то это едьте. Хорош херней страдать. То есть вы не хотите сюда ехать? Что? Почему у вас так происходит? Не знаю, давайте я вам вот здесь вот, вот здесь вот. Пока что сделаю вот такую штуку. Ну, чисто чтобы, ну, как бы сообщение было во всякие стороны. Так, вот так. Не знаю, может быть у вас что-то не получается. Что скажете-то? Не издеваются. Мусор. Утилизационный завод. Так. Вы точно туда не успеваете? Что за лютая дичь? Как так и почему?
У меня просто вот, как это, нет слов. Одни эмоции. Так, ладно, давайте поставим пока вот здесь вот так. Еще один завод, да? Ну, не знаю, то есть как бы... А где у нас? У нас вообще что ли по всему городу? Подожди, у нас по всему городу еще трупы копятся, копятся. Что-то какая-то беда. Так, 200 и 500. Вы туда просто доехать не можете? Так, крематорий. Так, трупаки. Трупаки надо сжечь. Сжечь в крематории. Вот один крематорий. Надо где-нибудь здесь еще присунуть. Так, чтобы дичь не происходила. Или даже, может быть, где-то здесь поставить крематорий. Ну вот здесь, к примеру. Ну я хрен знает. Серьезно. Тут мусор просто не желают увозить. Ну, не знаю, давайте вам тут тоже еще крематорий сделаю. Мне не жалко, не жалко. Может быть, вы в нем мусор будете жечь? Так. Где я здесь могу так, чтобы незаметно, но и при этом плюс-минус эффективно? Ну, вот здесь прям. Давай вот так. Все равно вот это сносить. Потому что я убей не понимаю происходящего. Ну, мы вот так пока поступим. Потому что какая-то дичь происходит. Почему у меня везде... Везде трупаки начали переполняться. Подожди, давай крематорий. Ой. Что ж вы мне так дороги-то, а? Так. Не знаю, видимо, здесь тоже нужен крематорий. Потому что как-то не слава богу. Вот здесь вот так поставим, да? Они, правда, ни хрена не дешево, но... Что делать? Блин, хотел серию заканчивать, а тут... Ну как заканчивать? Один хрен как бы... Подожди, а может, что тут, типа... Трафик совсем жопа? Ну да, трафик нехорош. Трафик прям нехорош от слова совсем. Такое впечатление, что без прорубания окна в Европу мы тут не обойдемся. Так, куплю новую землю обязательно, но не сейчас. Так, что тут у вас? Так, начали вроде бы вывозить мусор. Но пробки — это жопа. То есть, возможно, нужно вот тут какую-то магистраль пробивать. Потому что... Если... Не, ну здесь тоже не слава богу, на самом деле. Здесь вот прям тоже как-то это... Ни хрена себе, они бодаются прям. За право причалить. В принципе, мне это нравится. Но не очень. Так, я думаю, что... Развлекаться здесь с трафиком и со всем остальным, наверное, будем в следующей серии. Потому что в этой серии тут как бы
Я думаю, мы и так уже наделали по большому. Я не знаю, может быть здесь вот эти вот дороги убрать. Как вариант, к примеру, здесь сделать на въезд, тут на выезд. Но это тоже дичь будет, потому что это надо все перестраивать. Потому что что-то типа того, возможно, будет вполне себе рациональным зерном. Что мы можем сделать? Мы можем сделать... Но если я здесь сейчас вот это вот выдерну, они просто будут лишнее время здесь тупить. Скорее всего. И сильно ситуацию это не поправит. Они куда хотят? Они хотят... Куда-то, туда-сюда. А, ну они, наверное, хотят сюда, да, то есть уехать. Так. Если мы вам вот эту вот возможность здесь уберем... Ездите вы через ту сторону, а то вы, походу, здесь вот решили... Ну-ка. Давай вот так вот сделаем. Давайте, тут чисто мусоровозы катаются, а вы катайтесь лучше вот вокруг. Потому что я тут сейчас немножко развязок понаделал. Давайте, пробуйте. Потому что пробки что-то прям это... Жесть, жесть. Жестокая. Не то, что жестокая. От одишка. Так, ну они сейчас, наверное, вот и этот проезд забьют. Когда вот здесь вот, вот так накопится, они его, скорее всего, загнопатят. Если я перекрою вот этот проход, то они, скорее всего, по кратчайшему пути... Отсюда будут ломиться опять сюда. Ну, тут и так как бы не слава богу все. Может быть, по-хорошему надо сделать круг в другую сторону. Хотя, наверное, без разницы. Если он будет вот так... Ну, они просто будут чуть дальше проезжать. Вряд ли они так вот поедут. Вообще не понимаю, почему вы не пользуетесь вот этой классной развязкой, которая специально придумана, и вот едь туда дальше. Так, тут они вообще пытаются вот сюда выскочить, да? Красавцы, блин. Не, ну, в принципе, а вот эти вот что стоят? Кого ждут? Больные, что ли? Так, ну, пробки лучше не становятся. То есть они просто создаются в новом месте. От перемен мест слагаемого сумма в целом не меняется. Не, ну можно попытаться сейчас эту разбомбить. Они поедут туда. То есть, не, они могут, конечно, попробовать вот так добраться. Давайте ради эксперимента. Посмотрим, что из этого выйдет. Как они себя поведут. Ага, они ломанулись сюда, чтобы заехать вот тут. Вот твари, блин, хитрые. Как вы мне дороги. Может быть, вот это все поотрезать? Чтоб они тут не это, не суетили. Потому что же... Ну-ка. Не зря же я эту развязку делаю. Да, давай вот так сделаем. Зачем вам туда кататься? Зачем вам забивать вот эти улицы? Валите нахер отсюда. Так, вы решили тут караул устроить. Так, что вы теперь придумаете? Вот давайте. Давайте подумаем. И у вас варианты вот сюда поехать?
попробовать заехать через эту сторону куда-то. То есть вот сюда, ну, там какой-то шанс имеется, да, то есть... Так, смотрим. По-моему, становится все хуже. Тут у нас Армагеддец. Ну, сейчас, давайте немножко подождем. Может быть, они все-таки раздуплятся. Так. Что? Так, так, нет. Не хочу я покупать новую землю, спасибо. Так, они хотят ехать тут. Так, во-первых. Попытаться вдруг получится, вряд ли, но попробовать надо. О, апгрейдить можно. Так, это кто? Шестиполосная с газоном посередине. Так, прекрасно. То есть построить нельзя, но так вот можно. Сейчас мы пойдем нахер. Так. Короче, мы сейчас будем их все-таки принуждать ко всякому. Так. Тут давайте временное решение. Угу. Я просто сейчас думаю все-таки им устроить тут. Да, серии, то есть в очередной раз у нас опять уже километровая. Так. Ребят. Давайте вот здесь мы не будем ездить. То есть сюда будем заезжать, вот здесь. Давай, вот так вот. Все, пошли вон отсюда. Так. Мусоровозом. Мусоровозом надо будет как-то попадать сюда, туда, туда, туда. И во всякие другие места. Тут можно, конечно, вообще сделать одностороннее. Они, твари такие, сейчас тут, блин, что-нибудь выдумают. То есть вот до сюда одностороннее сделать. Ну, а как они сюда поедут? Ну, к примеру, вот через эту развязку. То есть они тут, если мы сделаем одностороннее, они начнут ломиться туда. Но, как говорится, за попробовать, ну, или попробовать. Давайте сохранимся. Ага. Так. Теперь чем? Не то что давеча. Так, собаки такие. Вот вы собаки сутулые. Или это все мусоровозы? А, это мусоровозы все тут толпятся. Так. Мусоровозы толпятся. То есть они решили поехать по этому кратчайшему пути, забив на все остальные возможности. Ребят, я вас все равно сейчас заставлю. То есть ехать по-человечески. Так, чё бахну? Вот это вот давайте бахну. Вот так вот. Чё теперь будете делать? О, правильно. Валите нахер отсюда. Так, так, так. Они ломанулись. Нет, они ломанулись теперь опять сюда. Вот вы упорные, а? Не, ну вы посмотрите на них. Ну, здесь, правда, тоже, справедливости сказать, сильно лучше не будет. Так, ну часть сюда ломанулась. Неплохо. В принципе, хвалю. Но другой вопрос... что здесь жесть начинается, и ситуация с пробками только ухудшается. Так. Ну, эксперимент опять же ради.
Так, сюда. 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 Сюда, сюда. Вот сюда. Что вы теперь мне скажете? Так, пробку здесь решили устроить. Окей. То есть вы решили ломануться сюда. Решили ломануться куда? Зачем-то сюда. А, вы решили вот здесь проехать, да? Как бы здесь вам не это, не катается. Ой, ладно, я тут буду дальше экспериментировать. Я вам скажу до свидания, дорогие друзья. До скорых встреч. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, ставить лайки. Ну и про колокольчик тоже не забывайте.